Привет-привет! И это очередное мое новое видео, я надеюсь, вы его ждали. Мы отдохнули, встретили Новый год, все круто, и теперь впереди 2021 год. Я надеюсь, что он будет полон сюрпризов, счастья, добра, любви, в общем, только самого-самого наилучшего и без горя и печали. А я вам покажу то, что со мной происходило еще до Нового года, но... И, в общем-то, смотрите мое видео, все сами-то увидите, все. Всех люблю, приятного просмотра. Мой простой, обычный вечер. Мы пришли из квартиры, и, ну, я решила, что нужно делать ужин. На ужин захотела пюрешечку с курочкой, но еще захотела салат селедка под шубой. И словила себя на мысли, что буду готовить его впервые, самостоятельно, сама. Именно сама от начала до конца. Потому что, как правило, я всегда готовила с мамой, помогала ей, либо же, ну, она командовала, что же делать. А сейчас я буду готовить сама. И для меня всегда это был салат самым сложным, потому что там куча всего. Не знаю. Ну, естественно, я с ним справлюсь, но это такая эра, эпоха для меня, что... Я повзрослела. И не важно, что я уже замужем. Да, я впервые буду готовить селедку под шубой самостоятельно. В общем, я думаю, мне все получится. Результат, конечно же, вам покажу. Но не судите строго, потому что действительно первый раз в жизни готовлю его сама. Ладно, сейчас попью чайку. И буду готовить уже пюрешечку с курочкой. Ну и параллельно, конечно же, заниматься салатом. Вот, удачи мне, держите за меня кулаки. Если вы уже готовили самостоятельно селедку под шубой, потому что, в принципе, мой контингент людей, которые меня смотрят, это моего возраста, чуть старше, чуть младше, но мы уже все самостоятельные леди, поэтому если вы сами готовили селедку под шубой, напишите мне, как прошел ваш первый опыт. Та-дам! Приготовила вот такую большую селедку под шубой. Вот тут уже пюрешечка, здесь курочка, здесь еще одна пюрешечка, а здесь сейчас фильм будем смотреть. В общем, надеюсь, будет вкусно, но она мало пропиталась, конечно, надо было дать больше времени. Ладно, приятного нам аппетита! Вот Алёшечка включает фильм. Сходила в магазин, потратила 10 рублей. Давайте посмотрим, что же там такого супер-мега, что можно покушать даже. Это с утра... Толику кушать чаем. Это я сейчас захотела так бутерброды с колбасой, с сыром и с хлебушком, что не удержалась, купила. Собственно, сыр, то ли одна хурма, потому что неизвестно, вкусная, невкусная. Молоко. Яйца. Все. Там мои книжки. И специально взяла чек. 11:38. Ну вот, как-то вот так. Капец! Так, процесс готовки я вам не засняла. Снимаю уже то, что у нас получилось. Это я называю либо такие быстрые пиццы, либо горячие бутерброды. В общем, что у нас здесь? У нас здесь батон. Я разрезала на такие маленькие кусочки. Колбаса, ветчина, все что угодно. Конечно же, тертый сыр, яйцо, чтобы это все схватилось. Яйцо, перец, помидорка, лучка, приправки я сюда добавила. Это все намазала на наш с вами батон. И теперь отправляю в духовку. Буквально, чтобы это чуть-чуть поджарилось. Все. И будет готово либо завтрак с чаем, либо вот мы вечером сейчас чайком быстренько попьем и пойдем заниматься делами. Вот. Так, 200 градусов. Все это там томится. А я все это буду сейчас убирать. Вот. И результат. Нет, это не тебе. Очень вкусный. Сейчас будем пить чай и кушать эту красоту. Всем приятного аппетита. Сейчас я достану тарелочку и все выложу красиво. Хотела бы поделиться с вами своим занятием, чем же я занимаюсь в воскресенье, уже все утро. Так вот, я уже
постирала тюли, они уже, ну, как я их постирала и сразу же повешала, ну, они так разгладятся заодно и высохнут быстренько. По всей квартире везде я это сделала. И сейчас стираю ночные шторы. Вот, тоже везде буквально их сняла, нигде нету. Везде, конечно же, протерла, выкинула некоторые ненужные вещи, которые лежат, вроде бы надо, но жалко. И вот так вот я готовлюсь к Новому году. Чистенько все было. Вот елку я ставлю обычно в числах 20-х, не раньше, потому что если я поставлю раньше, как все это делают, мне захочется просто первого ее выкинуть к черту. Поэтому я буду ставить ее в 20-х числах, где-то 25-го, 24-го. Вот. Но новогоднее настроение у меня есть и без елки. Так что мне его не нужно создавать. Я люблю этот праздник, я люблю Новый год. Этот Новый год я буду отмечать здесь, с мужем, с его семьей. Вот, поэтому мы не поедем к моим. Вот так вот. У меня уже есть настроение новогоднее, уже хочется побыстрее этот праздник. Я безумно люблю Новый год. Это такой домашний, супер-мега-домашний праздник. Я его уже жду. Я решила поразбирать все ящики, что-то повыкидывать, потому что вот у меня, например, здесь коробочка от моего айфона. Айфон уже, наверное, где-то дома, а я... Валяется уже, я не знаю. А я все еще вот храню эту коробочку. Вот мне она нравится, она так красиво закрывается. Ну, зачем она мне? Так что перед Новым годом надо это все очистить. Все повыкидывать. Вот, буду этим заниматься. А еще вот здесь у меня лежат лекарства. Нужно обязательно посмотреть срок годности и что-то тоже выкинуть. Вот, так что вот таким буду заниматься. Вот. Приехала покраситься. Скажу, сижу дома, как покрасилась. И выбирать подарки. Потратила кучу денег. Надеюсь, всем понравится. А милости маленькие подарочки. Но приятно, надеюсь, будет. Пойду кушать. Когда выходной, провела не зря. С утра приехала в Могилев. И вот только вечером уезжаю. Зато сделали все свои дела. Купили подарки. И довольна. Вот. Поедем. Подъехал первый подарочек к Новому году. Очень хотела его. Вот от него часть. Очень хотел именно вот такого цвета. Вот. Толюшка собирает. Стол трансформер. Крутецкий стол. Я прям очень-очень рада. Вот. Так что соберем и покажем, что же там будет на цвет. Просто бомбезный. Наш будущий дом. Именно вот такой вот я хотела. Так что вот так вот. Скоро, да? Угу. Да. Скоро покажем. А вот и результат. Получился вот такой вот столик журнальный. И этот столик чудесным образом превращается в обеденный стол даже на 8 человек. Смотрите, какой он большой получается. Огроменный. Вот. И нормально так на стульчике на нем сидеть. Анатолий, можете присесть, пожалуйста? Конечно. На стульчик? Конечно. Как принц. Как принц. Удобно? Высоко? Нормально? Да. Все хорошо. Вот такой вот обеденный стол. Трансформер. Обеденный и маленький получился. Круто. Мы довольны. И все так же очень-очень легко и просто превращается обратно вот в такой вот столик. Ура! В общем, классно, да? Да. Лена в деле. Вот так мы ходим в магазин вот в такой мороз. Вот такой вот комбинезончик мне выдали. Безумно теплый, безумно хороший. И вот так ходим в магазин. В общем-то, захотела я чего-то вкусненького. Ну и решила вот, собственно, сходить в магазин.
и накупила два пакета. Ладно, пошлите, покажу, что же я купила. Ну, ничего такого, если честно. Чисто так, по мелочи. Вот, ладно, пошлите. Ну что, вот, собственно, этих два пакетика. Давайте же посмотрим. Я вас сейчас поставлю, посмотрим, что же в них такого особенного. А ничего. Первое. Это вот такие вот трубочки, как Наполеон. Такие сладости. Вкуснящие. Капец. Короче, вот купила чуть-чуть. Хурма. Две штучки. Ну, вы знаете, я не люблю. Йогурт. Тоже две штучки. Яйца. Пельмени на всякий случай. Один лимон. Мандарины. Огурцы. Помидоры. Все. 30 рублей. Вот это вот все. Представляете? Сейчас буду мандарины есть. Так хотела. Бананов у нас нету. Яблок я не люблю. Вот так хотела. Мандаринок вот буду кушать. Как же я люблю, когда солнце, особенно вот эта комната, она так все ярко освещает. Соберусь немножко, приведу себя в порядок. И потом буду заниматься делами. Вот. Так, мельком. Такая еще сонная, только проснулась. В общем, пойдем собираться. Самое главное, это, конечно же, нам нужно будет разобрать елку. Там даже еще вот у нас подарочки есть кое-где. Их тоже нужно будет сложить. Ну, это у нас муляж. Вот подарочек, который тоже откроем. Тут даже еще конфеты у нас есть. В общем, нужно будет разобрать, потому что уже сегодня у нас 17 число, а елка еще стоит. Какая красота. В общем, привела я себя немножечко в порядок, но так как мне постригли челку, теперь она торчит со всех сторон, и мне это совсем-совсем не нравится. Вот. Ладно. Ну что, сейчас пойдем по делам делать домашние дела. У меня сегодня выходной, поэтому я могу заняться делами. Так, ну что, не обращайте на заднем плане, это у нас сушатся так комбинезоны. Из-за такого вот сильного мороза мы ходим в них, я вам показывала. Убрали мы елку, наконец-таки, ура, ура. Я заплела вот такую вот себе причесочку. Потому что волосы мешаются, я еще, кстати, постриглась. Появилась челка вот такая вот, которая ни туда и ни сюда. В общем, некрасиво, не нравится. Вот, ладно, пошлите. Я с вами поделюсь радостным событием, которое произошло у меня. Мечта сбылась, так что пошлите, вам покажу. Очень-очень-очень-очень я рада. Сбылась моя мечта, наконец-таки. Пришли уже подарки мне на 8 марта. Вот, так что я вам сейчас покажу, что же мне подарили на 8 марта. Хотя еще январь, но мы же так договорились, вот. Та-дам! Вот она теперь стоит здесь. Кофемашина. Здесь, смотрите, вкусняшки разные. Вот она, красотка наша. Я очень-очень счастлива, очень-очень рада, потому что я давно хотела себе кофемашину. Я люблю кофе, обожаю его просто. И с ней сейчас вообще вкуснятина. Тут можно экспрессо, капучино и латте. А сейчас мы как делали кофе, мы к ней еще немножко не приноровились, потому что для нас это в новую. Но сейчас я вам покажу, как мы делали как мы делали кофе. Вот, так что смотрите, я довольна, рада и счастлива. Вот так вот. Что касается по поводу ремонта, я знаю, многие следят за нами, многим интересно. Но дело в том, что пока зима, а у нас сейчас этап, чтобы нам заливать чистовой пол, но, к сожалению, для пола нужен цемент и песок. Зима, морозы, и песок у нас под снегом. Вот, и как бы
пока мы не можем приступить к заливке чистового пола, потому что нужен песок. Так как идут снега, постоянно заметает. Поэтому мы дождемся, пока чуть-чуть потеплеет. И начнем. Уфух! Сразу же приступать к ремонту. Вот у меня, кстати, вы видите, вот эта вот памятка. Это по ремонту, этапы ремонта. И там есть кружочки, то, что мы уже сделали. Вот, такие дела. Я пойду пить кофе. Теперь я могу себе это позволить, пить кофе. Я уже убралась везде по дому. Брали елку, помыла полы, все сделала. Поэтому теперь можно чуть-чуть отдохнуть, а потом приступать к готовке обеда. Ну, хотя уже не обед. У нас уже почти 3 часа. Вот. Я сегодня поздно проснулась, выспалась в выходной день. Вот такое было мое новое видео, вот такой был мой влог. Я надеюсь, он вам понравился, вы с нетерпением ждете их. Всем огромное спасибо за просмотр, всем огромное спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои видео, ждете меня. Я вас очень всех-всех-всех люблю. Не забываем ставить мне пальчики вверх, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Постараюсь их выпускать чуть-чуть чаще, потому что праздники прошли, отдых закончился. Вот. Но, конечно же, работу и ремонт никто не отменял, поэтому это тоже дает о себе знать. В общем, всех люблю, всем добра и, главное, здоровья. Ваша Лена Фрост. Пока-пока!